приступаем к отделке в столовой зоне. Основой для пробки на стенах послужат листы фанеры. На пол укладываем плашки с верхним слоем из ПВХ нового поколения. Это очень износостойкое покрытие, оно совсем не боится воды. Не выгорает и не трескается. Укладывается виниловый пол привычным плавающим способом. Тщательно промазываем клеем фанеру, а также изнаночную сторону пробки. Прошло полчаса, и мы приклеиваем пробковые пластины на стены. Их толщина 6 мм. И, конечно же, отделка. У нас такая приятная здесь пробка. Это уникальный материал. Он не впитывает влагу. В нем не заводятся никакие жучки и насекомые. Он абсолютно гипоаллергенный. Но для нас основное ее преимущество – это ее мягкость. Покрытие позволяет нам как раз организовать экспозицию, не повреждая стены, потому что мы можем в любой момент перевесить наше изображение, и на стене ничего не останется. Ну, по-моему, очень здорово. Причем можно огромное ведь количество рисунков. И сколько угодно раз. Хоть каждый день. Отлично. Снимаем рисунки. Держите, Таня. Ну, давайте продолжать. Давайте. Давайте.